Здрасте, да ладно. Наши помощники вот идут. Нет. Постоянные. Здрасте. Здрасте. С целыми котомками. Будем. О, здрасте. Ну что не пока? Чего вы все стесняетесь? Помощи привозите. Из аптеки. Мы там. Ой, отлично. А куда же я уеду? Отлично, все, жду. Спасибо огромное. Давайте, ага. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу обратиться к вам как администратор канала «Жизнь лохматой души». Я хочу прежде всего поблагодарить вас за то, что у нас собралась вообще просто замечательная команда. Я вижу, как вы пытаетесь помогать раскручивать канал, как вы оказываете помощь. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что ваши репосты тоже привлекут новых людей, потому что помощь очень-очень упала. Вы видите, даже вот киевский вокзал, посмотрите, сегодняшняя помощь. Такого никогда не было, чтобы уезжали, чтобы меньше половины машин. И тем не менее, спасибо, что вы с нами. Пока выгрузили сюда, сейчас освободим место и уже туда под навес. Вот. Ванну даже, да, привезли? Или она у нас была, не помню. Там кровать. Она же гостинка от Ирины. Она... Да, да. Они ее разобрали. Ну, я думаю, что нужные и полезные вещи, в принципе, полки хорошие, крепкие. Внутри все чисто, ничего не развалено. Даже кое-что упаковано, как оказывается, было. Ну и вот эти знаменитые стулья. Ну это массив дерева. Тяжеленные они, конечно. Но функциональные, что? Замечательные такие скамеечки. Может, когда на них посидим, чаек попьем. Вот вторая. Вторая немножко развалилась, но у мальчиков руки целые, надеюсь. Стулья тоже из натурального дерева. Достаточно крепкие. Но нужна... Ну, подстилочка. Come on.
друзья Сергея приехали в приют и привезли подарок маме Вале на день рождения. Большой мешочек, два маленьких. Ну и как бы маленькая ознакомительная экскурсия. Вы первый раз здесь? Ну, надеюсь, не последний. Постараемся. Спасибо вам большое. Чем занимаюсь? Погрузкой. Вот, видите, это сколько плитки вдоль всей машины она уложена сейчас. Очень хорошая плитка, напольная. И кучка досок. Вот сколько досок натурального дерева. Уважаемые друзья, добрый день! Сегодня в очередной раз мы помогаем приюту Валентины Силич, которым, как вы знаете, если вы не знаете, 2000 животных. Вы представляете, что такое 2000 животных? Нет, и никто не представляет. Когда я привезла в приют газель, полностью груженную стройматериалами, которую мы с моим другом 2 часа загружали самостоятельно, и она была разгружена силами приютских работников за 10 минут, тогда я поняла, что эта газель – это спичечная коробка по сравнению с огромным-огромным приютом, который постоянно нуждается в нашей помощи. Нужны корма, нужны очень крыши для того, чтобы закрыть, наконец, наших животных от зноя, от дождя.